Всем привет! Всем привет! Сегодня говорит Настя. Сегодня говорю я, так как это мейкап челлендж, и я буду красить Пашку. Это будет не просто, что я его накрашу, он будет смоет. Он пойдет на улицу, так как в прошлом челлендже он проиграл. Мы просто занимаемся мейкап челлендж. Начинаем! Да, и будем меня сейчас раскрашивать. Давай. Итак, нужно волосы-то убрать, наверное. Мне уже начало нравится. Чтобы не мешало. Слушай, начало замечать. Мы сделаем просто тебе сначала тональный крем. Берем твои недостаточки. Недостаточки? Недостаточки. У меня нет недостаточков. Просто ты меня прекрасен. Да на меня смотри-то. Такая девчонка. Блин, тебе этот тон, знаешь, не подходит. Как такой тон, у тебя очень светлый. У тебя очень темная кожа. Так я потому что загорелая. Ой, уже все, уже язык. Не поворачивается. Загорелый. Загорелая. Что такое снег? Загорелая. Ты сейчас на себя сейчас посмотри, лучше так не делай. Не знаю, это наказание за 7 секунд челлендж, который я якобы проиграл. Это вообще неправда, вообще просто. Я там тобой манипулировал, как хотел, Настя. У тебя очень сильные круги под глазами. Какие круги? Настя. Что у тебя там под глазами? А какой ты хочешь макияж? Смотри, выбирай. Смакияж голливудский. Но больше никакой не могу в кафе предложить. Я хочу голливудский. Минимальный. Ну так вот сделай. Не. Ну так вот. Так ты не так могу. Как будто у. Скажи у. 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 Ладно. Короче, здесь будет еще склон. Что ты свой язык туда пихаешь? У. Смотри, мы сейчас тебе уменьшим нос. Прикольно? Я Алиса, ты Артемка. Брови. Брови. Что сейчас с бровями? Какие-то они... Ты мне главное скажи, я это смыть все смогу? Так я же смываю. Нет, я это смогу. Так, я смогу? Да, я тебе помогу. Я что-то не смогу. Может, брови тебе выщипаем? А то я вот сегодня одного... форму даже нормально не сделаю. Какие выщипаем брови? Ты что? Ладно, давай. Ради видео, ребят, ради вас. Ты реально? Ни разу не выщипывал брови. Бля, ну если это будет больно, я вообще, я... Ну, это будет больно с первого раза. Не, давай тогда вообще тихо. Не, смотри, тихо, подожди. Я умею, сука, я училась. Я боюсь. Я училась. Настя, мне это не помогает. What the fuck? Давай. Бля, Настя. Да Паш, не жуй. Нет, я боюсь, бля. Я тебе сейчас просто... Нахуй, выдерни, блядь. Ты чё, зачем выдергивать брови? Они нормальные, всё. Ладно, выдерни для видео. Блин, нет. Паша, это не больно, блин. Это не больнее, чем у тебя там просто волос какой-то выдернуть. Потом привыкнешь, как я привык. А потом привыкнешь. Не хочу я привыкать. Смотри на меня. Как будто мне оно надо привыкать к этому. Капец, тебе реально, Паша, надо было вообще пофиг. Я прямо не вообще ужас. Короче, пускай так. Тебе надо идти уменьшить, они у тебя прямо вообще ужас. Чё? Блин, так стрёмно вообще. Я вот сейчас как представил, что я на улицу пойду. Бля, мне вообще так стрёмно. Чё-то я вот сначала пытался шутить. Мне тут Настя только что посоветовала, знаете что, не выходить на улицу. Мне кто не говорит, не сдаст. Нифига, у тебя ресницы длинные. Нифига. Я тоже так не выглядел. Тоже выбрала. Чего тебе за что так пахнет? Чего? Ты зубы не чистила, что ли, с самого утра? Чего, совсем? Так
такой лобёжник на все уши. Ой, опять начал, короче. Привет, на. Ты идиот. Ёшкин матрёшкин. Подожди, вернись. Я уже понял, что все, не, все плохо и все неизбежно. И начал оценивать. И знаешь, что скажу? Смотри. Все, прическа готова. Реально вот такая вот. Что шара. Дай тебе зафоткаю, такой прикольный. Ты такой красивый. А глаза-то грустные, видно. Так у тебя брови, это все за бровей. Если у тебя был бы, были бы брови вот такие, у тебя было бы весь, весело бы. Нифига у тебя губы просто. Последний штрих. Ё-моё. Тебя сейчас точно на улице забьют. Мальчики. Ты что, офигела? Сейчас тебе знаешь, что сделаю? Я твои кудри повыдираю, блин. Ты че, мама, сольная? Ты, ты че? Шалаве. Ты зачем мне мою мандавушку? Паша предложила так идти. На улице. Не, я не знаю, просто надо с района уйти как-то. Если меня так тут увидят, то все. Обо мне будет слушать обходить. Хотя, какая разница, все равно все на видео нас смотрят. Ага. И все равно скажут, что я пидорас. Мне вообще внутри стрёмно прямо идти на улицу. Но тогда будет неинтересно, если я не схожу на улицу. Ребят. Господи, да мужики и красятся, и что теперь? Вот так? Ты есть. Такая милашка. Да пошли, это же, я же тебя буду снимать, это же понятно, что это шутка. Потому что я же с камерой. Ну, в Перми такого не бывает, что это шутка, если камера. В Перми народ камеры не видел никогда. В Перми народ убьет меня, мне кажется. Знаешь что? Вот знаешь, что я хочу сказать? Вот это был Makeup Challenge. Кто из вас не видел, как Настя исполняла свое наказание, посмотрите на лайв-канале, посмотрите. Блин, я даже говорю, как тёлка, я себя вижу, и мне кажется, что я... Блин, вообще. Смотрите, да, еще убрать этот. Посмотрите, ребята, реально, посмотрите, вот как она исполняла свое наказание. Если это было сейчас мое наказание, то я его исполню намного лучше, чем ты. Нет. Кто из вас не видел, ребят, на лайв-канале? У меня жестче намного было, я бы вышла бы. Знаешь, я бы лизнул этого таракана. Вот реально, если да бы... Да ты даже его трогать тоже боялся, что ты врешь. В общем, мы какие-то... Мы плохо исполняем ваши наказания, ребят. Мы это знаем. Может, мы просто еще пока к этому не готовы так сильно. И со временем придет это к нам. Да. Потому что, может, нам не платят по миллиону долларов за это, да? А вот если заплатят... Ну, в общем, ребят, все, все, у тебя реально изо рта воняет, кстати. В общем, ребят, все, спасибо вам. Как это? Ну все, давайте, ребят, на хорошей позитивной ноте. Всем вам желаем счастья, здоровья, раскрепощенности, удачи. Не забывайте про нас. Поставьте палец вверх, если вы нас любите. Мы вас вообще любим, реально. Вот. Инстаграмчики, все ссылочки, вообще все, все, все есть в описании. Подписывайтесь. До скорых вам встреч. А с вами была я, Анастасия Бурда. Всем пока. Такой пиар сейчас был вообще левый просто. С вами была Паша, Настя. Всем пока. Всем пока. Ну, Паша, я его затяну. Нет. Паша, мне так противно. Да иди посмотри, он нормальный. Вот сейчас иди посмотри, он спит. Иди сюда. Стяни ему пальцы. Блин, да, на всякий случай держать. Ах, его сшибили! Пускай это подержит. В смысле пока? Он сейчас вообще гулять пойдет. Паш, я его боюсь. Все, я в тебя сейчас его кину, отвечаю. Паш, пожалуйста, не надо. Ты что сразу же стонешь? Он такой противный.
Так задень и все. Так я даже задеть его боюсь. Я не знаю, почему я боюсь. Я не